Доброе утро! Сегодня на завтрак готовим традиционный французский пирог-запеканку, изобретенный в городе Лимузен. Наша белорусская черника превращает его в невероятно сочный десерт, который идеально подойдет для завтрака. Для приготовления нам понадобятся замороженная черника, сахар, сливочное масло, яйца, ванильный сахар, молоко, мука и сахарная пудра. В миску вбиваем 4 яйца. Добавляем к яйцам 4 столовые ложки сахара и ванилин. Вливаем в миску полстакана молока. Все тщательно взбиваем миксером до однородной консистенции. Постепенно, при постоянном помешивании, просеиваем в яично-молочную смесь стакан муки. Стараемся, чтобы не было комков. В конце добавляем 50 граммов растопленного сливочного масла и вливаем еще стакан молока. Взбиваем миксером на низкой скорости. Тесто должно получиться жидким, как для блинов. Берем замороженную чернику и пересыпаем ее небольшим количеством сахара. Сливаем выделившийся сок. Керамическую форму смазываем сливочным маслом и отправляем в нее ягоды, равномерно распределив по дну формы. Затем заливаем чернику тестом и отправляем в духовку на 30 минут выпекаться при температуре 180 градусов. Готовый пирог охлаждаем и украшаем сахарной пудрой. Французский пирог-запеканка с черникой получается плотный, но в то же время очень нежный. По консистенции он похож на запеченный заварной крем, а ягоды добавляют ему приятную кислинку. Вкус этого пирога будет с вами весь оставшийся день, а значит, день будет прекрасным. Приятного аппетита!